Все выше, а горы все круче. Уже задеваю стрелой я за тучи. Всем доброго утра. Так, пятница сегодня. Сейчас минус, ну не минус, 0-1 где-то вот так. Вчера стоял целый день КамАЗ, снежок шел. Сейчас посмотрим, как заведется. Ага. Так. Хорошо, хорошее начало. Такое бывает. Надо подергать рычаг. Бывает, помогает. А, работал. Ну, пока и нормально. Терпимо. Давление есть. Ну, вчера уже щетки. Вот так вот. По-зимнему. Вчера стоял целый день. Все попрятались, никто не хочет работать. Снег пошел, такой снег у нас. Вот. Вчера снег, сегодня солнце. А сегодня сразу всем надо, такой интересный денек сейчас будет. Вчера звонил Алибек с Черкесской, который КамАЗ купил у меня, вот тот синий. Ну, мы с ним общаемся постоянно, он... Что-то краем слова как-то обмолвился, да, там что-то листы на гараж, что за гараж. Гараж уже, короче, строят для КамАЗа. Полгода назад или даже меньше купил, и уже гараж вот у человека. Я, блин, 20 лет и все никак. Молодец, говорю, респект тебе. Вот так КамАЗики заводятся. Похолодало. Сейчас грузимся нашими блоками любимыми и едем. Сейчас все расскажу. Так, блоками загрузился, и что у нас по плану? Сейчас везем блоки туда, а оттуда везем плиты. В общем, рейс такой получается, совмещенный. Но плиты чуть-чуть не совсем правильно. 6,54 плиты и 3,92 плиты. Блин, не знаю. Как бы сперва не хотел, говорю, не взято. Вроде бы там уговорили, все нормально будет, ну, якобы. Длинный на короткий совмещать, ну, нельзя, вроде бы. Не знаю, посмотрим сейчас. Сказал, давай, вези. Еще на заводе, если не загрузят, скажут, не будем грузить. О, погодка у нас... Вообще, что-то из крайности в крайность.
жарит с утра, наверное, будет тепло сегодня. Вчера коллега позвонил, вот насчет плит, заказик низкий. Хаджимурат, салам алейкум, если смотришь, спасибо. Такой клиент вот перезвонил, вообще нормальный, адекватный, все. Сразу, сколько? Ну, если смогу, вот столько. Да, не вопрос. Сейчас приеду, отвезу, покажу, чтобы уже было никаких там, да ты заедешь, да у меня там. Хотя там китаец четырехосный заезжал. Все равно говорит, давай я тебе отвезу, покажу. Все, все, поехали. Ну, правда, там через вперед надо монтировать 65-ю панель. Я говорю, не, 100%. А что, как сделать? Ну, кран, говорю, или что-то такое помощнее. Давай, я предложил, я привезу с утра сразу. Выгрузим, там место есть. А ты потом, чтобы не стыковать кран и машину, там бывает вот эти стыковки очень трудно происходят. Я выгружу, а ты потом уже как кран освободится, как у тебя время будет. Он говорит, о, отлично, шикарно. Раз, сразу деньги достал, сразу за плиты там, за этот. Короче, вот первый раз видит, да, человек, 70 тысяч отдал сразу. Там, говорит, расплатишься. Ну, примерно столько, ну, говорит, сколько надо, отдай за плиты, и здесь разберемся. Все, сегодня с утра еще раз смс-ку мне, хопа, прислал с этими, с размерами, количество размеры. Как бы, ну, напомнил, ну, блин, все четко. А тут два дня не работал, вот человек дня три звонил, там блоки, вот сейчас везу куда, блоки надо, блоки. И погода не та, ну понятно погода, ну перезвони, скажи, надо или не надо. И не перезвонит вот так вот, а когда ему надо, он этот, кровь всю будет. Пробочка тут небольшая, народ что-то в разные стороны, кто как объезжает вот. Там сзади пробка уже проехал, а теперь сюда, вон газель пропускает, маршрутчик пропускает, офигеть, нонсенс. Сейчас вот кое-как заверну, блин, на больших машинах как ездить вообще, не представляю. Так, вот сюда сейчас будем заезжать, о, там еще машина стоит. Здесь у нас канализация посередине, свежевыкопанная. Так что надо аккуратно. Справа хорошее место, хорошая площадка, но за отделана плиткой вот тротуарной. Вот у нас что интересно, не знаю, где-то есть еще в регионах такое, то вот улицу плиткой застелят перед домом, да, вот соседи, да, и как бы и не наедешь туда, еще, ну, здесь и предупредили прям конкретно, какой-то там крутой, наверное, живет, ни в коем случае на плитку не заезжай. И вот по улице со всех сторон, с двух сторон, у кого-то там справа плитка, слева плитка, и ты вот, получается, половина улицы занята. Не знаю, как это, нормально или так везде. В прошлый раз привезем, поскидывал вот сюда все, ну, ближе, как к себе. Они потом кран вызвали, туда перекидывали дальше. Что-то, я говорю, сразу как-то везите с краном или с этим, с машиной. Не знаю, так хотят. Здесь дом, тут дом. Со всех сторон дом. Тут окно вот сразу за забором. Короче, через соседа нельзя по-любому. Вдруг что? Пусть лучше уж сюда. В общем, надо прям прижиматься к воротам, к столбу этому. Иначе
ну, чтобы на плитку соседскую не заехать, вот прям по воротам проехать надо. Рулем тоже особо сильно не покрутишь, там канализация, там люк, здесь сосед, тут-то палубка. Короче, все хорошо, как Ваня говорит, 43-10. О, Володя пошел. Сейчас Володя разрулит все. Ты меня, говорит, зарезал в прошлый раз. Так, это я на заводе. ЖБИ. Вот эти плиты сейчас, наверное, будем грузить. Такая река здесь, море. Нормально. Коллега, подписчик приехал. Сейчас пойдем поболтаем чуть-чуть. В общем, продает вот этот Юник 503. Что-то помощнее хочет. Я говорю, давай видео снимем. Он говорит, давай, без проблем. Пульт все есть, но он вроде бы без пульта хочет продавать. Пульт, он сам пульт заказывал, ну, покупал вот с находки. Там есть один человек, который этим занимается. Я тоже, кстати, у него заказывал на свою такую 500-ку. И он говорит, блин, слишком дорого, хлопотно, говорит, обошлось мне. Вдруг другой, говорит, возьму там что-то пульта, не будет. Ну, не знаю, короче, это с ним надо разговаривать. В общем, 1 100 000, как бы, вот такая цена, без пульта, без электроники вот этой всей. Вроде бы такая. Так, ничего, никакой сварки я не увидел. Ничего криминального вроде бы нету. Рабочая установка. Ну, кто здесь поближе, может быть, тому легче будет, чтобы куда-то там в Владивосток не ехать. Может, даже кто-то местный сейчас увидит. Он говорит, я вовника даже еще не выставлял. Хочу выставить. Может, кто-то рядом здесь прям видит, заберет. Да, поближе вот снимаю. В общем, номер телефона оставлю его в описании, скорее всего, или в комментариях, не знаю. У него там Инстаграм есть, где можно посмотреть, как там он работает. Там уже сами, там кому интересно, звоните, пишите. Там что-то себе нашел помощнее, хочу поставить. Но Корею не хочет, что-то японское мощное будет. 91-й год, по-моему, на табличке. Если я правильно прочитал. 103-й юник. Ну, вот хорошо, что не перекрашивали. Родная краска, там все. Что делалось, что варилось, что не варилось, поклевалось. А то вот эти вот накрашенные, перекрашенные, уже все, ничего не поймешь. И сразу вот в работе, где что течет, где что потеет. Понятно все. Самая высокая стопка 26 панелей. Охренеть не надо. Я там что-то переживаю, как повезу, что повезу. А тут народ вон возит 63 панели. Ну я не знаю кузов. И века тракер вот этот. Как сколько ровно у него кузов. Ну торчит больше метра. Тут явно. Так.
Стою полтора часа уже, и очереди-ка как бы нет, как таковой. Что-то какая-то запара. Крановщика нет, вот вместо него там кто-то туда-сюда. Так, последняя панель туда, потом я. Так, одну загрузили. Вот здесь что-то как-то стрёмно получается. Не знаю, что-то. Панели такие прям супер-пупер. Ну, у меня по сравнению с самосвалом тут вообще в пределах нормы. Вот 65-я плита. Пожалуйста. Вода вытекает как с панели. Везде вот смотрю, где-то в интернете, там в ютубе, нету таких, никто не делает вот эти анкера на таких плитах. То чалками их, там на заводе захват специально, а у нас вот очень просто арматуру проткнули, здесь выгребли прям тупо эти отверстия, и все. И вот так арматуры торчат. Ну и вот, собственно, чего я боялся, опасался. Вот эти четыре плиты лежат как положено, нормально, 65-й. Вот это сверху две плиты, получается, одна прокладка сдвинута, вот дальняя ступенька. И вот это как бы не есть хорошо. Ничего себе! Еду, в общем, 40-45. Чуть быстрее начинаю что-то колбасить. Назад, видимо, перегруз. Вон, смотрите, красота какая, а! Кавказский хребет. О, коллега уже рейс сделал, вернулся, пока я там грузился. А горы все выше, а горы все круче. Уже задеваю стрелой я за тучи. А? Как? Только вот придумал сейчас. Так, дачи, но уже другие. Так, вроде бы вчера заезжали тут. Нормально было. Но это было темно. Вот провода прям по сиденью, по-моему. Да. Лопнула панель, короче. Не знаю, попадос. Кто попал, еще пока непонятно. Самая нижняя. Причем тут она не должна была лопнуть. Здесь все прокладки на одном уровне стоят. Так, первый пошел. Он туда надо ложить. Надо было ложить. Так-то вроде не тяжелое, но через перед. Конечно. Сейчас тут надо тридцатки еще отвезти, смонтировать на десерт уже под вечер. Две половиночки. Сейчас нам в кучку все сложат, чтобы мы не ездить никуда. И самому придется грузить. Бывает вот, что самому грузить проще получается, чем где-то... Вот я сегодня 2,5 часа потерял на заводе. Вот эти 6 плит, чтобы загрузить, 2,5 часа.
Вот в таких частных местах, мелких цехах намного легче получается, удобнее. Газелька что-то не может подъем взять. Смотрю уже несколько раз туда-сюда. В общем, с панелями там как-то все тихо, мирно. Посмотрели, там трещинка на низ не пошла. Вроде бы оставили. Ничего, никаких претензий ни ко мне, ни к заводу. Все, на этом тогда прощаюсь. Спасибо за просмотр. Как там говорится, пишите комментарии. Всем пока.